Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров с рабочим визитом посетил Актанышский муниципальный район Республики Татарстан. Все подробности далее. Визит состоялся по приглашению главы района Энгеля Фатахова и был посвящен обсуждению проведения августовского совещания работников образования и науки на территории Актанышского района. Вы знаете, что ежегодно такие совещания проходят, на них подводятся итоги прошедшего учебного года и ставятся задачи по новому учебному году. Обычно для этого выбираются разные муниципальные районы, решение принимается обычно загодя. Такое решение в Республике Татарстан было принято, и как раз обсуждалось то, каким образом университет будет помогать развитию муниципального района и в том числе проведению августовского совещания. Стоит отметить, что Казанский университет сотрудничает с Актанышским районом уже продолжительное время. За последние 2 года были реализованы программы по повышению квалификации руководителей образовательных организаций. Также ВУЗ помогает школам муниципалитета формировать и реализовывать различные стратегии развития. В рамках визита были посещены гимназия, интернат для одаренных детей. Школа очень плотно работает у нас с Институтом филологии и межкультурной коммуникации. Кроме того, была проведена встреча с родителями. Такая интересная встреча, на которой ректор рассказал о тех возможностях, которые есть, а выпускники могли задать свои вопросы. Редкая возможность задать ректору такого большого вуза, значит, для выпускников 11 классов, те вопросы, которые их волнуют. Также Ильшат Гафуров посетил чемпионат по шахматам на приз ректора КФУ в Центре детского творчества. Кроме того, в рамках визита состоялось подписание соглашения между Казанским университетом и Актанышским технологическим техникумом по разработке совместных учебных программ с сокращенным сроком обучения. Которые после 9 класса поступают в техникум, они затем могут без экзаменов на схожее направление подготовки поступать в инженерный институт наш на Набережных Челнах и обучаться там по сокращенным срокам. Это, безусловно, очень интересно ребятам, которые могут за короткий срок получить диплом о высшем образовании, уже имея ИСПО. И нам это интересно, потому что ребята после техников приходят совершенно мотивированные, уже с хорошим уровнем базовой подготовки их. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.